Здравствуйте, меня зовут Ирина Горшенина, и прямо сейчас для вас только хорошие новости. Сегодня мы в Волгограде для того, чтобы узнать, что хорошего происходит в жизни горожан. Мы гуляем, погода прекрасная, да, все, по городу, по парку. Приехали с Ирландии, нравятся памятники, вот, центр города очень красивый. У меня дочка начинает новую совместную жизнь во взрослой жизни уже с молодым человеком, отделяется от меня и будет жить отдельно. Погода сегодня хорошая. Вчера дождь был, позавчера дождь, а сегодня солнышко выглянуло, сразу настроение хорошее. Ну, идет жизнь плавно, так как надо, и все, без каких-то особых всплесков. Восстанавливаем здание вокзала. Как бы интересно, тяжело. Ребенок у меня пошел в 5-й класс, закончил начальную школу. И на этом у нас все. Хорошие новости смотрите не только в эфире, но и на нашем сайте. Пока!